Привет, друзья! Российский гранатомет АГС-30 стал снайперским гранатометом. На нем появился интеллектуально-прицельный комплекс. Об этом сообщил Алексею Егорову специалист АО КБП Дмитрий Едалин. Автоматический станковый гранатомет АГС-30 снабдили интеллектуальным прицелом с баллистическим вычислителем. Прибор учитывает температуру воздуха и давление. В зависимости от угла возвышения гранатомета, прицел рассчитывает дальность стрельбы. 30-миллиметровый российский автоматический гранатомет АГС-30 принят на вооружение в 1995 году и является преемником гранатометов АГС-17, о котором мы ранее рассказывали. Скорострельность гранатомета АГС-30 до 425 выстрелов в минуту. Прицельная дальность 1700 метров. Сроки появления в войсках нового прицела не сообщаются. Подробности далее в видео. И здесь фишка в том, что он мало весит, у него новые прицельные приспособления, у него отдача меньше. Получилось так, что наша группа специалистов выехала на линии боевого соприкосновения, и наш специалист буквально с первого выстрела поразил цель типа пикап на дальности 2 километра. Это к стандартному прицелу на этом гранатомете добавился специальный прицельный комплекс, который у нас испытание проходит, который учитывает температуру воздуха, давление. Когда мы начинаем вращать рукоятку и придавать угол наклона, он сразу же показывает дальность, на которую нужно стрелять. Пожалуйста, обратите внимание, начинается вращение ручки, то есть угол наклона, и появляется дальность на экране, которая показывает, о какую дальность улетит выстрел ГПД-30. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.